Вот, ребят, решил записать вам видосик. Смотрите, вот так вот выглядит теперь рейтинг. И этот рейтинг, судя по всему, что-то будет давать. То есть сила ваша будет влиять на что-то. Странно, это типа топ-3 сервера будет, типа кто кого, я так понял. То есть второй. Что-то можно сделать, короче. Ну, реально жесть. Посмотрите, топ-3, топ-6. То есть получается топ-6 сервера, вот такой уже рейтинг у нас. Интересно, интересно. Получается, теперь можно будет получать какие-то плюхи за это. Зал славы, ну, в принципе, прикольно. Мне нравится. Поинтереснее список сделан. Так больше вроде ничего, может это и было, типа, оглавление. Может за это что-то будут теперь давать, будут какие-то особые награды, или это просто так будет. А, можно что-то пожертвовать. Или это голосование какое-то. Странно. Вот видите, что-то, оповещение, судя по всему, идет вот этот, что он что-то сделал, можно посмотреть. Уху, нифига себе, посмотрите, можно посмотреть его героев, типа. Странно, что-то здесь, короче, реально жесть. 13, 13, 8, 9. Прокачки, короче, за это что-то будет даваться, я так понял. Странно. Интересно, короче, вот это будет интересно посмотреть. Да, смотрите, какое это идет. То ли голосование, то ли что. Вот непонятно, что это такое. Или это какие-то усиления. То есть получается, можно делать какой-то выбор. Короче, непонятно. Но вот это реальная тема. Интересно, что это такое. Вот видите, Джонс что-то получил или что. Или это топ типа героя его? Ну это посмотреть базу. Это что-то пожертвовать, я так понял. 90, 18, 14, 40. Что это такое? Ну это оно будет теперь всегда всплывать, что ли? Непонятно. 42, 98. Интересно. То есть эта система изменена. 30-й. То есть, видимо, видно героев. Какие у него герои есть. Хотя, посмотрите, здесь. Интересно, какой это топ? Судя по всему, 1 070 000. Да, это, судя по всему, это просто получается, ну, вот тут такое интересное есть. Короче, кто-то где-то меняется, я так понял, да. А, то есть, кто выигрывает, ну, то есть, плюс-минус получается 110. Короче, непонятная тема, но это мы выясним со временем, посмотрим, что это такое, что это за оповещение и что за это будут давать. То есть, видите, какие-то либо голосования, либо какие-то плюхи. Непонятно, в общем, что это. Но в любом случае размещение идет по силе, то есть сила, приоритет силы. А вот вторая колонка непонятно. Сейчас я посмотрю, какой тут вообще топ. Ну вот, эта страничка топа есть. Странно. Интересно, почем это вообще будет определяться, но видно, что, скорее всего, какое-то голосование идет. В общем, на английском сервере будет интересно это все посмотреть. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете. Всем удачи, всем пока.
Ну что, ребят, еще дополнительная инфа, где можно получить эти камни. Это, конечно, очередной трэш и очередной, как по мне, бред. Ну, понятно, их будут продавать, скорее всего, за донат, и также они будут с битвы со смотрителями. То есть можно будет получить, вот кто будет в топе, в топ-10, тот и будет их получать. Но, как по мне, это реально очередной бред. Потому что, ну, я промолчу, короче. Понятно, за донат будут и так продавать, но, блин, это бред. Топ без доната вообще, ну, есть без донаты, у которых есть восьмерки, особенно на других серверах. И вот такое вот, то, что они сделали, это реально просто какое-то гонево. Что это такое? Ну, нафига вот это вот делать? Добавьте их в нормальную локацию, чтобы обычные люди могли купить. Это получается и не туда, и не туда даже там. Ну, я считаю, это бред, потому что фармить вы никогда не будете. Фармить там надо за облачные прокачки, во-первых. Во-вторых, ну, это бессмысленно. Донаты, в принципе, и так купят. Ну, то есть очередной чисто для доната сделано. Как по мне, реально бред. Больше такого ничего я не увидел. Еще хотел посмотреть магазин. Что по магазину есть? Вот пишут, что новый рейтинг с голосовалкой, как я и говорил, то есть новое голосование за топа получается, что-то типа этого. С начала недели, но, судя по всему, кинули первый раз, наверное, скорее всего. Короче, посмотрим, что это такое. Но, ну, видите, как-то оно отображается, меняется. Ну, непонятно, что за это будет, какие будут призы. Интересно, что будут выдавать за это. То есть это, по сути, типа дополнительные плюхи, типа, или как. Ну, в общем, непонятно. Интересно, как этот рейтинг будет перекидываться. То есть у кого больше голосов, или как, или первое место. В общем, или это изначально пока только так. Посмотрим на это все. Ну, видите, можно голосовать. То есть один аккаунт может отдать один голос. Для чего это, непонятно. Может, будут выдавать донатных героев донатом, скорее всего. В общем, очередная непонятная тема. Также добавлен значок с атрибутами на смотрителей, где наши смотрители. Это куда я зашел? То есть можно посмотреть. Вот видите. Атрибуты видно. У кого какой скилл. А если зайти отсюда, вон вот так вот смотрится. То есть это атрибуты. Ну, в общем, такое. Ничего, скажем, такого сверхъестественного, по сути. А, и уже 20 пожертвований можно сделать. Не 10, а 20. Вот так вот. То есть быстрее прокачивать можно будет. В этом плане вот они сделали неплохо. То есть вы имеете уже в 2 раза быстрее возможность прокачивать этих хранителей, что, в принципе, очень хорошо, потому что это было геморно. А так хотя бы, сейчас я гляну, или время увеличили. Блин, надо поменять все-таки этот нокс. Так, где там он? Пятьдесят девять. Ну, по сути, набирается сутки. То есть это в этом, конечно, плюс. Из 20 часов, в принципе, нормально. Теперь поинтереснее. Не будет простое, по сути. То есть в этом плане они сделали, скажем так, неплохо.
Ну, а так, в принципе, все, вот такая вот обнова, не знаю, может там будет еще что-то, я уже это вам вечером засниму, надеемся, что вечером будет герой, мы сможем его достать и уже сделать на него обзор. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.